Рената Георгиевич Усатый! Аплодисменты! Добрый вечер, бельцы! Буна старости мас болцы! Я очень рад, что сегодня, когда прилетают многие из наших близких людей из-за рубежа, когда сегодня в канун новогодних праздников воссоединяются семьи, когда сегодня кто-то уже готовится к Новому году последние две недели, кто-то начинает готовиться завтра, но появилась в воздухе атмосфера новогодних праздников, которая несет добро, несет теплоту. Я всегда старался, чтобы наш с вами город был всегда новогодней столицей Молдовы. Мы организовали очень много разных мероприятий. И сегодня открытие елки, и в новогоднюю ночь. У нас с 9 утра до 12 дня каждый день для всех детей бесплатные карусели, бесплатный каток. Я знаю, что приезжают очень многие люди из соседних районов Бельцы. Я вместе с вами буду здесь на площади. Мы начинаем нашу новогоднюю программу также в 21.00 31 декабря. Мы с вами здесь гуляем всю ночь до утра. Я хочу поблагодарить сейчас от вашего имени, от моего имени всех тех, которые готовили эту сказку. Я хочу поблагодарить всех вице-примаров, всех руководителей, работников муниципальных предприятий, всех тех, которые работали все эти дни для того, чтобы вы увидели ту красоту. И сегодня, когда мы дадим старт новогодним праздникам, я хочу, чтобы Бельцы был городом, который будет объединять людей со всей страны в эти праздники. Поэтому, с вашего разрешения, думаю, мы начнем обратный отсчет, чтобы не задерживать долго ваше внимание, потому что мы не можем ничего продолжить, пока мы не зажжем главный атрибут новогодних праздников. Это нашу самую красивую в Молдове елку. Спасибо. Ну что ж, должны мы это сделать только вместе. Вместе. Только вместе с вами, дорогие друзья. Стартуем! Поехали! Еще несколько секунд. Давайте все вместе поднимем ручки выше. Несколько секунд и несколько мгновений. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И с наступающим! Самый любимый город Бельце! Огромного счастья! Больших успехов! Зажигайте свои сердца! Зажигайте ваши глаза! Для того, чтобы гореть еще целый год! Ура! Бельце, как настроение? Я уверен, что и сегодня, и новогоднюю ночь мы с вами будем примером для всей страны. С наступающим вас, дорогие друзья! Сегодня очень много гостей, и наши бельские коллективы. Кто-то приехал специально с Кишинева. В новогоднюю ночь я хочу поблагодарить всех тех артистов, которые согласились в новогоднюю ночь встретить Новый год на этой сцене вместе с вами, вместе с нами. Также для молодежи будет сюрприз. Будут некоторые друзья в новогоднюю ночь у меня в гостях, которые с удовольствием выступят на этой сцене. Филат Анкарас и многие другие. Поэтому всех наступающими мы с вами обязательно
увидимся, все у нас получится. Я вас люблю, Бельцы. Ренат Георгиевич, вам от всех спасибо! Ну что ж, зажигаем, друзья! Гасится свет, зажигаются огни. Мы с тобой не одни, с нами люди всей земли. За окном в лунном свете кружит звездный хоровод. Он спешит, он идет вслед за старым Новый год. Супер елочка. Красивая, очень красивая елочка. Город вообще очень красивый. Мы ждали этого целый год. В следующем году я хочу пожелать бельчанам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Здоровья, счастья и много-много любви.